чтобы я не завалился вперед и не упал назад, как бы нормальная такая задумка. Не, ну, конечно, дома, блин, по крышкам не притащишь, но если бы на улице были бы такие, если бы по ним не особо в ногах не шмыгали, не тусили, то было бы классно для занятия. И всякие интересные штуки. И помягче бы ее сделать, было бы вообще круто. Очень опасно, но интересно. Вообще, и жар бросает, и боль, и радость. Чисто звук можно оставить, да? И в кровавый спорт на озвучку. Не такие сильные, что уже куски покрышки начинают серо вырываться. Вот. Уже оно начинает это... Я это заметил, кстати. Крошиться, да. Не, в этом, ну, в видеомейкере, блин, вот это вот вход-выход все равно не то. Стрёмный? Вообще, знаешь, в чем косяк? Капкат, он, допустим... Ну, вот, например, делаем мы... Допустим, начало видео и начинается, скажем, вот, разворачивается. А, вот, здесь таких нету, что ли? Здесь все это есть, но капкан, он показывает, ну, он открывает полную картинку со всеми наложенными слоями, там, и со всем остальным. И закрывает также саму всю картинку. Ага. А видеомейкер, этот эффект есть, но то, что пик вот этого логотипа, ага, это все остается на месте. А-а-а. Вот такой косяк. А, тогда, значит, логотип надо будет это, в затемнение уходить. Это нажимаешь на логотип, и вот сколько секунд идет эффект, вот столько секунд ты на логотип затемнение делаешь. То есть надо нажать на логотип, и там есть такая функция затемнять или как-то осветить. Ну, тоже, типа, выход-уход. Вот такая же тема на логотипе есть. Здесь именно на каждый слой. Капкат он общей массой берет. И еще знаешь, почему у тебя получается в капкате? Потому что ты уже туда смонтированное видео делаешь, и он его видит как один файл. Ты же в капкате не отдельно логотип. Да, да. Вот, поэтому он ее чик закрывает, а здесь надо на логотип. Ну, делай как проще, я тебе просто посоветовал, чтобы меньше монтажных этих блюд. Наоборот, кстати, я прислушаюсь, может быть, и... Может быть, это будет... Ускорение. Капкат, он четкий для эффектов. Для каких-то. Да, вот если сейчас я прям хорошо сориентируюсь.
вообще, я там и сам. Но зато вспомни, как этот самый Капкат не любит логотип наш. Как он начинает. У меня вообще не получается, он начинает прям эту, блядь, его троить, коротить, его сбивает программу. Сбивало, сейчас не знаю точно. В Капкате вот самый такой момент есть. Вот если про него забыть и сохранить потом видео, там есть концовка в конце. Добавить концовку. Капкатовская. Да. Я один раз, представляешь, монтировал, поставил на вырезку, и у меня уже там 80%, я уже не помню, что я монтировал, кстати. Какой-то топ-топ. Серый, дай мне палку, пожалуйста, там недалеко же от тебя. Брось палку. Это типа их этот, водяной знак или как он называется. Не, ну а что, с другой стороны люди, пусть знают, да, где монтируют, если они бесплатно раздают. А давай, знаешь, брось как копье. Так, через какое плечо будешь? Когда тебе, как тебе удобно? Через это? Давай, блин. На дальний, через левое давай, чтобы вообще красиво. Это как фильм «Мумия» смотрел два? «Мумия» вторую часть. «Мумия возвращается»? Да. По-моему, только ее и смотрел. Помнишь, там хотели заколоть копьем этого скорпиона, царя скорпионов? Да, И этот колдун бросает копье, а который хороший герой, он так перехватывает. А, нет, отставить! Герой бросает копье, а колдун перехватывает так. Но он тоже не заколол мумию. Я этот момент сейчас не вспомню. Я последний смотрел его, хрен знает когда это. Хороший фильм, мне батяньке нравится. Мумия 2. Это надо пройти. Вот о чем я и говорил. Какое-нибудь мероприятие маломальски там тряхануло, не до растянутого мероприятия иногда и не получается размяться хорошо. Просто чуть-чуть не так повредил и все. Да. И тело прям чувствует, что в молодости, что во взрослости, а в этом нашем возрасте уже к полтиннику подходит лета. Вообще жесть. Ой-ой-ой.
занимайтесь гимнастикой. Обязательно будьте здоровы и передавайте знания о здравом образе жизни своим родным. Готовьтесь к разным неожиданностям. Конечно, ко всему быть готовым невозможно, но при всем при этом лучше. Как Серёгка же уровень, наверное, не писал, смс-ку не позвонил, да? Ну давай, все, стой, ты сейчас домонтируй, давай, доделай. Тебе же все монтируется. Все, давай, комментируй и сейчас наберешь, да. Ну, можешь вообще позвать, я Серёг, представляешь, пришел в зал, хотел тебе позвонить и забыл. Сел монтировать видео и забыл. Приходи, чайку, кофейку, пирогов поедим. Можешь вот так вот. Татьяночу заодно, если хочешь. Анатолий, там вот в кармане мини-компьютер. Да. Реально мини-компьютер. И то мини-функционал такой же, просто то, что он это, миниатюрный по размеру влезает. Серый, нажмешь? Сейчас, погоди. Доделаю. И последнее. Вот такое. На нем сейчас на нем можно и заканчивать.